Братишка, если тебе нужен левел или игровая валюта в GTA Online, то тогда заходи в мою группу. Прямо сейчас у нас проходят скидки. И за небольшую сумму ты можешь стать настоящим мультимиллионером. Прокачиваем аккаунты на все платформы. Мы уже прокачали сотни аккаунтов, поэтому заходи и закупайся по полному. Ссылка на группу в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Доуни, а также Юрчик. Мы находимся в GTA 5. Это шоу-эксперименты. Всем привет, дорогие друзья! Итак, ребята, сегодня у нас будет эксперимент с лестницей очередной раз. 48 ступенек. Ребят, сегодня эти ступеньки мы будем преодолевать на новых прикольных тачках. Здесь разные прикольные, огромные тут вездеходы, тут лимузины на огромных колесах и так далее. И, ребятки, самое главное, это у нас КамАЗ. КамАЗ, который просто создан для разных барханов и так далее. Поэтому, ребятки, собираем 5000 лайков, и в следующем ролике у нас выходит крутая тачка. Короче, резко хватаем с тобой по самому началу первые машины. Я беру Весту, ты берешь, наверное, Гелендваген. И, в принципе, сейчас. И, короче, бери гелик и поехали. Я беру Весту, ребята, погнали. Посмотрим, куда эти машины у нас сегодня заберутся. Я поймал себя на мысли, что надо как бы поставить свой гелик. А, кстати, ну, наверное. А, Димон вроде поднимался на нем, он такой себе. Фуфло твой гелик оказался. Сам фуфло. Нифига себе, забираюсь на Весте так-то. Ступеньки короткие немножко, не камильфо. Да, разгона нет, считай. Ступеньки короткие, это точно. Так, нормально. Ну тут еще знаешь что, я заметил, с одной ступеньки, если хорошо летишь, на вторую запрыгиваешь сразу. Ну иногда, да, бывает такое. Это если фартит, да? Да, если очень фартит. Так, ладно, здесь у меня уже проблемка. Здесь у меня уже проблемка, чувствую, хорошо, берем разгон. Поехали вот так вот сейчас. Да что-то у меня... Алло, а подожди, а что по плане подвески? Подвеска... А, это самая высокая, да. Ты поднялся неплохо, я уже все крыс, слышишь? Я... А, нет, стоп. Рано я сдался. Давай. Тут вот. Реально за счет того, что нету разгона, как бы приезжаешь да, быстро. Да. Так, а что по подвескам? Ну, вроде как у всех они... А, я упал с лестницы. Вроде как они все максимально высокие. Угу. Это не точно. Это не точно. От слова совсем не точно. Так, ну все, ребят, видимо, это финиш для Весты, потому что и дальше это... она уже не так и не так не забирается. Юрист, смотри, еще пытается полз. Да, заполз, да? Заполз? Да не, я на этот был на розовый. А. Короче, ребят, Веста у нас останавливается на 29-м, получается, что уровне, 29-я ступенька, и, короче, Юрист еще ползет, пытается ползти, но 35-я, да, это максимальное для гелика в моем случае. Окей, ребят, мне машину, я беру сейчас А-класс, ты бита, получается, Мерседес, это у нас S65, да? И, короче, поехали, посмотрим, что по подвеске заранее, зачем посмотрим, подвеска, кстати, да. Максимально поднимаем высоко и поехали. Так, но... Кстати говоря, он так-то... Нормально, Юрец летит. Давай, поехали. Че делаешь? Стоп, а че, все? Ты че, дурак, что ли, Борис? А как, а че не забирает? А че, ты повис? У меня задняя ось повисла, да. Прикол. А подожди, что-то он здесь и не поднимается же, все, да? Да ну, серьезно? В смысле, я только что заезжал, алло, так. А чё? Да иди ты нахер, ты чё? Кстати, такое бывает. Не, ну эти машины, они обычно легковушки, поэтому на них особо-то рассчитывать не на что здесь. Но странно, что резко вот Мерс поднимался, перестал. Офига, ты поехал. Чё, алё, ты куда так полетел-то? Я не понял. А я все, не могу никак, ни так, ни сяк. То есть я бьюсь, а она, ну, вообще по барабану. Так, я чё не да, понял. Да, она все не поднимается, а как так-то? Короче, ребят, все, для А-класса это финиш, потому что он подняться уже не может. Здесь вот я раз и все, и бьюсь. Ладненько, к сожалению, это всего лишь какая ступенька? Это 20-я. 20-я ступенька всего лишь для А-класса. И, ребята, и смотрим, куда поднимется Юрец у нас. Ну, Юрец там поднимается, у тебя более-менее машина, да, смотри. Она под углом бьется из-за да, счет она под углом бьется, мне-то она вообще прям не билась. И чё, ты что, да? Что ты обратно сполз? Она виснет, короче, прям вообще как-то глупо максимально. Да нищим, да? Ну ты реально, смотрите, она запрыгивает, подкидывает морду кверху, это прикольно. Чисто только, я сейчас гелик перееду, это будет максимально круто. Ну да, но это не точно. Да, посмотрим и... ну может, в принципе. Ребят, пока там Юрец пытается, я беру новую тачку, я, наверное, возьму сейчас огромный пикап на огромных колесах. И... Да, ну давай, ты езжай, я уже поехал на вот таком просто огромнейшем, ребята, грузовике, и давайте посмотрим, что у нас получится. Ребятки, вы пока в комментариях пишите, как вы думаете, какая сегодня машина поставит рекорд, но офигеть. Привет пока называется, просто.
Офигеть. Да ладно. Самое интересное не у тебя, а у меня. Я выше гелика поднялся. А, ну это да. А выше гелика прям, серьезно, прикольно. Да. Так, подожди, а что, на что поедет? Ёмно. Ёмно, говорю. Ё-моё. Охренеть. Офигеть, слышишь, что у меня здесь? Ты еще выше поднимаешься? Да, она может еще. Она может, да? Пока там рез мучается, страдает, пытается. Я в ее капец как забрался высоко. Ёма. Только... Ну разгона нет, но смотри, что творит. Что творит? Да ладно, это почти финиш. Чё, ну поднимусь? Да, у него подвеска лютая, да. Я поднимусь? Нет, ребята, последний уровень. Я забирался сюда однажды только на Драгстере. На Драгстере? Да. На каком? А, на Химикуде вроде или а, на... А, за счет того, что она на топки встает, да? Да. Да ну нафиг, блин, почти. Ребят, не, ну я должен постараться, должен залезть по-любому. Так, я сейчас за тобой поеду, подожди. Я уже рядом, я уже лечу. Так, давай. Да ну ты чё? Ты чё? Ладно, обидно, а ты поменял уже на... Смотрите на этого. Всё, ехал, резко остановился. А почему мне задницу не закидывают? Почему он вроде должен уже задницу? А если вот так вот? Это тактейшн. Стратегейшн тактейшн. Прям гениально. Мне должна быть сейчас по идее. То есть мы так как бы так вот делаем. Опа. И переворачиваемся. И задница наверх. Блин, не получается. А, вот так вот должно было получиться. Подождите-ка. Ладно, понял. Сейчас будем брать разгон. Но, ребята, я, возможно, сейчас финиширую на машине. Я еще ни разу этого не делал. И... Да, ну куда ж ты? Ему слишком высоко, да. Да, высоко слишком. Давай, если баг не проходит, он такой. Он уже, да, не хочет. Блин, представляете, буквально следующий уже финиш. Еще ни одна машина не забиралась до финиша. И, возможно, эта тачка сможет, потому что она так хорошо поднималась. Ну-ка, стой. Давай. Нет, отталкивается обратно. Ты че, зачем так? А если его хорошенько, подожди, давайте мы сейчас уберем ему броню максимальную, да, и просто попробуем его полностью разбить задницу, чтобы колеса... А, кстати, подвеску еще не трогал. О, да, сейчас получилось. Чего, серьезно? Блин, давай. У меня подвески нету? Нету. А у тебя заменка на что, интересно просто? Так, давай-ка, ну. Либератор. Либератор? Да давай ты, ну, поехали, молодой, давай. Да как тебе... Не, ребят, видимо, это финишная точка для этой машины, к сожалению. Блин, она, по идее, ну, видно, что у нее есть какой-то запас хода еще, но она, блин, не поднимается, к сожалению. Вот она вот так вот туда вверх, она, в принципе, ползет, если очень постарается, но... Ей не хватает, к сожалению. Вот так вот и вот туда вот она откидывается почему-то обратно, странно очень. Эх, ребята, так было... Счастье было так близко. То есть вот туда вот и закинуть бы было бы... Давайте попробуем еще раз, последний. Попробуем последний раз, вот чисто, может быть, как-то боком закинуть туда вот. Получится, нет? Не, ребята, не получается, к сожалению. Ладненько, ставим тогда здесь, получается, офигенную тачку, офигенный пикап. А ты у нас где... Ты у нас на желтом, да? Поднимаешься, да. Или все? Все, да, застрял. Окей, ребята, меняем машины. И на сей раз у нас с тобой так. Давай я беру джипик GTA-шный. Ты берешь, получается, из Arena War. Оно машина тоже. А задом пробуй. Задом, я думаю, что поедет, скорее всего, да? Короче, посмотрим, ребята. Я поехал, я разгоняюсь. Эта машина, по идее, тоже должна... Ого, капец, что с камерой, алло? Не, на самом деле, кто бы что ни говорил, я считаю, что Мерседес сегодня победил. Он залез вообще жесть. Ну, Мерседес, да, на самом деле, обычно как бы седанчик залез так высоко, это круто, реально очень круто. Так, мы потихонечку пытаемся подняться, но на самом деле... Чих-пых. Он поднимется, интересно? Да, он поднимется, 100%, это прям не вопрос, не проблема для этого джипика. А как я вот на эту лестницу должен подниматься, когда у меня машина 3 раза больше, чем лестница? Давай, вот так вот, давай, цепляйся. Давай, цепляйся. Так, немножко назад и газку нет, не получается. Так, берем сейчас разгон. Берем разгон. И поехали. Давай. Вот так вот и вперед. Ну, немножко не хватает ей. Вот еще бы чуть-чуть. Ай, подожди, а если задом? Давайте попробуем задом, может получится. Я, короче, тупо не могу заехать из-за того, что лесенка маленькая, прям вообще. А, в смысле разгона? То есть вообще никуда вообще. Да, была такая тема. У нас был какой-то лимузин, который вставал прям поперек от всех, это типа, представляешь? Сразу же. Это было странно. Короче, такое. Блин, ну вот не хватает ему джипику забраться дальше. Он как будто морду он закидывает, но не хватает ему базы колесной, чтобы зацепиться. Поэтому, ребят, видимо, это финишная точка для этого джипика. Да, ребят, все. А это у нас какая получается...
лестница-то у нас какая? Давайте посмотрим. А это у нас получается 42-я лестница. Неплохо. Ты у нас стал на уровне 38-й. Меняем машинки и... Да-да-да. Меняем машины. И, короче, поехали. У меня сейчас... А, кстати. У этой же тачки... У этой же тачки есть... Есть фича, например. Ребят, дело в том, что, смотрите. Есть тачки, у которых есть свои разные приколюхи. Типа, там, попрыгунчик и так далее. Поэтому, смотрите. Я думаю, что мы сделаем так. Вы пока в комментариях пишите, использовать ли фишки тачек. То есть, смотрите, у этого монстр-трака есть прыжок, например. Есть ведь? А, нужно его вкачать, видимо, да? Давайте мы его прокачаем полностью, да? И тогда он может прыгать. Если так, то как бы я думаю, что это спокойный рекорд. Но как бы это чит или не чит, ребята, вы в комментариях пока пишите. Вот, я думаю, что... Знаешь, это как Димка у себя взял Волтик и просто на ступеньку наступал и просто на Иксе вылетал. А смысл тогда? Не, просто Димонов, типа, мы снимали и тоже было непонятно, как вот решать. Поэтому пока я забираюсь без читов, то есть прям по-честному я забираюсь. То есть, ну, не, это не читы, ребята, это просто способность системы автомобиля, то есть в GTA-шных. Ну да, поэтому... из арены вар, которая. Да-да-да, у них как бы есть свои способности, поэтому пока в комментариях сомнения пишите, вот, а я, может быть, буду использовать, посмотрим. То есть посмотрим, куда он заберется без возможности, а потом куда заберется с возможностями. Сделаем, я думаю, что таким образом. Так, ты заберешься здесь, нет? Да. Я заехал. А я что не могу? Так, странно, может быть, нужно ехать задом? Ну, места прям категорически так, не хватает. Так, а если мы сделаем колеса обычные? Это что-нибудь порешает, нет? Конечно, ничего-то не порешает вообще, да, от слова совсем. Нет. Или... Так, нужен разгон, я понял, давай. И туда, и вперед, и выше. Давай. Чё ты поставишь? Оффроуд. Оффроуд колеса, думаешь, тебе поможет как-то? Не знаю. Да, посмотрим. Я пытаюсь пока забраться, и давай, вот туда вот, и вперед, еще. О, я забрался к тебе, хорош. А сюда заберусь? Давай. Короче, ребят... У либераторов, знаешь, единственный минус в том, что у них все колеса полноприводные, и оси в разные крутятся. стороны крутятся. Да, то же самое у меня. Ну ладно, ребята, думаю, давайте мы-то используем возможность тачки, то есть прыжок, но опять-таки это как его использовать, потому что здесь... Что, меня выталкиваешь, что ли? Да. Типа разгонщик, он просто залетает. То есть, ребята, это возможности тачки, поэтому вы пока с вами не в комментариях пишите, использовать это в будущем или нет. Ну, как бы это вообще прям изи. Прям вообще без проблем. То есть, как бы, ну, буквально вот уже, я думаю, спокойно будет финиш, да? Конечно. Да, это будет финиш прям вообще без проблем. Поэтому, ребята, вы пока в комментариях пишите, что думаете по поводу этих способностей, использовать их или нет. Но без способностей машина забралась вот на уровень юрца, получается, то где-то здесь он встал, да? Да, вот. Дальше не едет уже. Да, а где вот 43-я лестница. А со способностями, ребята, это финиш. Но я как бы особо не радуюсь, потому что это способности автомобиля, которых нет, ну, буквально ни у кого. Меняем машины, и, короче, юрец, я думаю, давай так, давай, наверное, я возьму вот эту огромную штукенцию вообще. Это... Какой-то, не знаю, что это такое вообще. Это, видимо, это крюк там на конце, видимо, штука используется для чего-то, для подцепки, для перевозки. Если вы знаете, ребята, в комментариях пишите. Живой он... с ковшами эти. Подожди. Эвакуаторы, как это. Знаешь, что я тебе скажу? У меня есть идея. У него поднимается ковшик? Да. И я хочу тебе потом тебя подцепить. Ты че? Просто ради интереса. Слушай, он едет, конечно, у него. Меня очень... подцепить нельзя. Я не такая. Да? Я не такая же трамвай, я понял. Это, в этом весь юрец. Фига он едет. Так тогда, кстати. И все, да? Ну, да ладно тебе, поехали. Поехали. Ну, а кстати, у него так же, как и у монстр-трака, все колеса, короче, крутятся, понимаешь, у него. Вот реально. Блин, ну я все, я приехал. Он даже он выше не поднимется. Да? У него скорости вообще нету, да. Обидно. Так, а давайте сейчас попробуем сейчас сюда, вот еще. Я поеду. О, я заберусь. И дальше заберусь, да? Хорошо. А дальше поеду я еще. Заберусь. Ну так-то... Он, кстати, он прыгучий, видишь? Да. Он сильно высоко точно не заберется, потому что скорости нет, но... Смотри как. Он как бы он подпрыгивает колесами. Его бы, знаешь, да. На лестницу побольше, где он разгон сможет взять. И прям... Ну, ну да, смотри, прет. Смотри, какая багровая ступенька, даже клоун запрыгнуть не может. Он не понимает, что делать. Да-да-да-да. Он ее перепрыгнуть пытается. О, нормально, слушай, ну едет, смотрите как. Ну, я так понимаю, что на самом деле ему что большие, но ступеньки, что маленькие, но в плане вот разгона, особое значение не имеет, потому что у него скорости нет вообще.
Но он забирается, смотри как. Медленно, но, ребята, верно забирается эта штука все выше и выше. Это прикольно. Вот клоун тупит вообще, он на эти лестницы подняться не может. Серьезно? Да. Ты посмотри, как он забирается, реально, он едет просто. А здесь все, да, видимо? Здесь уже коллизия мешает, да? А да, ничего не поднимается? А, что-то поднимается. У него же крюк какой-то. Смотри, поднимается задница. Смотри, опускается и поднимается. Прикол. Ну-ка. Я не вижу, честно. Да, и я поднял, и... Да, я поднял, и теперь коллизии нет. Серьезно? Давай, давай, давай. Ну, она есть, конечно, не такая сильная. Но у сильная. Меня он теперь в лестницу просто, вот эта здоровенная хрень. Еще блин, да, к сожалению, ребята, он не поедет. То есть он... Хотя, в принципе, если постараться, ему просто скорости не хватает. То есть даже если была бы как бы большая прямая, то все равно он ей задом, поэтому он особо не разгонится здесь. Ему ну, не хватает, к сожалению, да. Это можно легко проверить. Эх. Сделать удлинить, думаешь, типа, да? А, понял, да, посмотрим, да. Давай, проверим сейчас. Берем разгон и поехали. Ну нет, у него максималка 16 задних ходов. Да, поэтому что так, что так, что это, особо разницы нет. Ну смотри, он пытается, я думаю, что... А, чё? Он завалился. Прикол. Подожди, мне ради интереса. А он подцепит, вот, предположим, стоит у нас сзади монстр-трак, он его подцепит, нет? Видимо, нет, да? Ты его просто бьешь у меня. Да. А, подцепил, а, смотри. Подцепил, я могу. Давай куда-то везти, братан. А давай это, слушай, короче, что у нас там с хуже все проехало? Веста? Давай Веста сейчас подцепим, заберемся сюда. Скажем, что у нас здесь стало. А 45-е, да. Ребятки, короче, ну как по мне получилось прикольно, поэтому заранее ставьте лайки за видос и в комментариях пишите, какую бы машину хотели видеть в новенькой серии эксперимента с лестницей. Ну, ребята, всем удачки и всем пока-пока. Пока, друзья.